Чем сегодня займутся нижегородские болельщики, можете даже не спрашивать. Абсолютно все поклонники хоккея в 17 часов настроят свои телевизоры на канал ННТВ. Наша телерадиокомпания в прямом эфире покажет первый матч нижегородского «Торпедо» в 10-м сезоне КХЛ. Команда Петриса Скудры стартует в Ханты-Мансийске игрой против местной Югры. Для любителей статистики, в регулярных чемпионатах сегодняшние соперники встречались 14 раз, и в 8 матчах сильнее были «Мамонты». Из них один раз по буллитам. Автозаводцы же все свои 6 побед одержали в основное время. Ну и на сладкое. Общий счет заброшенных шайб в противостоянии с Ханты-Мансийском 43-33 в пользу Нижнего Новгорода. Итак, в 17 часов все к экранам телевизоров. Включаем ННТВ и вместе с нашей телерадиокомпанией встречаем новый сезон КХЛ и новую форму «Торпедо».